Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео-дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Уважаемые инвесторы и партнеры Skyway Capital, уже через 4 дня, 11 июня в 23 часа 59 минут по московскому времени, компания перейдет на следующий подэтап развития 13.3. Приглашаем инвесторов и партнеров компании Skyway Capital принять участие в конференции, которая состоится 7 июля в Алматы. 13 мая в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Дубае, завершился международный бизнес-тренинг для лидеров, кураторов и партнеров Skyway Capital. Рассказываем, как это было. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Уже через 4 дня, 11 июня 2019 года, в 23 часа 59 минут по московскому времени, проект Skyway перейдет на следующий подэтап развития. За текущий этап компания достигла значительных результатов. Проект строительства 15-километровой трассы Skyway в Дубае, расширение производственных площадей ЗАО «Струнные технологии», презентация тропического юникара и многое другое. Переход на заключительную стадию текущего 13-го этапа обусловлен договоренностями с представителями бизнес-сообщества и властей Объединенных Арабских Эмиратов, которые сегодня являются ключевыми международными партнерами группы компаний Skyway. Напоминаем, что текущий 13-й этап развития Skyway, в отличие от всех предыдущих, был разделен на три дополнительных подэтапа, в рамках которых постепенно снижался действующий дисконт. Руководство приняло такое решение, чтобы дать инвесторам возможность более гибко планировать свою инвестиционную стратегию на фоне растущей инвестиционной привлекательности проекта Skyway. Уважаемые инвесторы и партнеры, приглашаем вас на конференцию Skyway Capital, которая пройдет в Алматы 7 июля 2019 года. В первой части конференции вы узнаете о планах и перспективах развития Skyway Capital во второй половине 2019 года. Получите информацию о будущих мероприятиях в азиатском регионе и мире. Вы сможете задать любые вопросы непосредственно членам общего управления компании и лидерского состава Казахстана. Во второй части конференции пройдет обучающий семинар на тему «Дубликация. Как правильно построить успешный бизнес». На семинаре вы узнаете, какие шаги необходимо предпринять для создания успешного бизнеса, как реализовать дублицируемую систему работы в каждом регионе, как построить успешную и активно развивающуюся партнерскую структуру, как научить дублицированию своих коллег по бизнесу, ответственность спонсора, работа в команде и многое другое. Приходите на конференцию, используйте возможность получить практические знания и навыки для успешного создания и развития собственного бизнеса. Прочитать программу конференции и оплатить участие вы можете на странице мероприятия в личном кабинете Skyway Capital до 30 июня. 13 мая в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Дубае, завершился международный бизнес-тренинг для лидеров, кураторов и партнеров Skyway Capital. С 8 по 13 мая представители 18 стран прошли двухдневное обучение от профессионального бизнес-спикера Юрия Галата, посетили технопарк Шарджи, где встретились с Анатолием Юницким, а также получили дипломы, подтверждающие освоение системы лидерства и управления. Дипломы об окончании программы участники поездки получили из рук представителей руководства Skyway Capital. Полный видеоотчет о поездке вы можете посмотреть на нашем сайте в разделе «Новости». Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.